Здание МТТ в том состоянии, в котором, конечно, его восстановить, судя по всему, невозможно, то, что визуально я увидел. Насколько я понимаю, здание сегодня часть федеральной собственности. Но оно и было федеральной собственностью. И участок сегодня федеральный, там, и Дом РФ его пытается выставить на торги, пока не очень получается. Значит, с учетом уточнения генерального плана города, с учетом планов по развитию исторического центра, о чем сегодня мы неоднократно говорили, нужно посмотреть предназначение этого земельного участка. Что там должно быть, что там вообще может быть в таких возможностях.